Прошедший 2016 год пожарной охраны. Но сотрудникам МЧС было не до празднования. В среду начальник главного управления подвел итоги работы. В минувшем году произошло два действительно страшных чрезвычайных происшествия. Бытовой газ взорвался в жилом доме в поселке Ильинское-Хованское. 3 человека погибли, 17 спасли. Спустя месяц та же беда случилась в областном центре на улице Минской. При взрыве бытового газа произошло обрушение двухэтажного дома. Погибло 6 человек. Пожарно-спасательными подразделениями Главного управления и Ивановской пожарно-спасательной академии было спасено 19 человек, в том числе 4 пострадавших были извлечены из-под завалов живыми. Есть и такие происшествия, которые можно предусмотреть и подготовиться. Ежегодную угрозу в нашем регионе представляет весенний паводок. В 2016-м удалось избежать жертв и серьезных разрушений. В борьбе с лесными пожарами, а точнее в предотвращении их, задействовали не только личный состав управления и спецтехнику, но и беспилотные летательные аппараты. Всего за год подразделения регионального управления МЧС совершили более 5000 выездов на пожары и ДТП. Внимание уделяли не только борьбе с чрезвычайными ситуациями, но и предотвращению их. Результат этой работы есть. Число пожаров в регионе удалось снизить на 3%. Казалось бы, цифра незначительная, но это спасенные жизни и имущество людей. Снижение гибели и пострадавших на 8-12% соответственно. Мы на четверть сократили проблемы и происшествия, связанные с безопасностью на воде. То есть достаточно позитивные и положительные у нас результаты на сегодняшний день мы можем отметить в данных направлениях деятельности. Я лично наблюдал за работой МЧС в чрезвычайных ситуациях, которые, к сожалению, не обошлись без гибели людей. И это сегодня высокопрофессиональная, очень организованная команда. Команда, которая в любую минуту готова прийти на помощь. Мы раньше не знали, что такое помощь водителям на дорогах в случае сильных морозов, снегопадов. Сегодня МЧС развертывает свои пункты еще до возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Но, конечно, работы еще предстоит много. Необходимо развивать систему вызова экстренных служб по единому номеру 112, а также программу оповещения населения. Но главное, к чему стремятся сотрудники МЧС, чтобы экстренных вызовов у них было как можно меньше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Муниципальное образование.